Самый верный способ защитить себя и родных от инфекции коронавируса – это прививка. Такого мнения придерживаются работники одного из медицинских учреждений города, в котором на сегодняшний день привито 20 медработников. К слову, первыми вакцину «Спутник ВИ» получили работники скорой помощи. Все они ведут привычный образ жизни и чувствуют себя хорошо. Через 21 день медики пройдут второй этап вакцинации. Для безопасности своего здоровья я решила получить вакцину против коронавируса. Первую вакцину я получила 1 февраля. Побочных эффектов не наблюдалось. Чувствую себя очень хорошо. Призываю всех вакцинироваться. Что это единственный способ сохранить свое здоровье, чтобы не заболеть коронавирусом.